Конаково установили новые игровые комплексы для детей. На эти цели из городского бюджета выделили 1 790 000 рублей. За 2 месяца были демонтированы детские площадки, которые не соответствовали требованиям ГОСТ. Взамен жители получили современные игровые комплексы. Обновления коснулись дворов на улице Строителей, Энергетиков, Дрожжина и проспекте Ленина. Также в рамках реализации предложений жителей были установлены новые футбольные ворота на дворовых спортивных площадках.